Приветствую вас, уважаемые друзья. Второй тур чемпионата Бубнова продолжается. И ЛДУ Лоха на своем поле принимает Милан. Казалось бы, фаворит очевиден. Это, конечно же, Милан. Но после первого матча, когда Милан проиграл на своем поле Тарактору Саси, который к тому же играл в меньшинстве, назревают вопросы. Вопросы к Милану. Почему? Что случилось с этой командой? Шура, друзья! Очень опасный игрок. Мы уже его видели в матчах Тарактора, вернее, Лохи. Лохи играл со сборной России. У Лохи есть Вася, потрясающий игрок. Заработал пенальти в матче со сборной России, но там не попал Ренату, как мы помним, не реализовал этот пенальти. Лохи в том матче не везло, все киржаковили как могли, ну и сейчас объять. Судя по полю, то, что творится у вратарской, это действительно стадион Лохи. Это стадион Лохи, да. Ну, домашний стадион, как говорится, везде хорошо, а дома лучше. Ван Гинкель отбивается от натиска Лохи. Это был Бакетти. Нет, это был... Это был Бакетти, да? Я еще хотел сразу сказать про него, что почему он не в Спартаке. Ну, видимо, такой Милан не хуже Спартака. Ну так, Лёха, ну на кого твои ставки? И имеет ли смысл на этот матч вообще ставку принимать? Потому нет, что... я думаю, нет никакого смысла на этот матч ставить. То есть на Милан лучше вообще не рисковать и не ставить? Да. Они абсолютно оба аутсайдеры, я считаю. Что Милан, что Лоха. Милан Лоха. Эль Аршави потерял мяч. Единственный автор забитого мяча в составе Милана в прошлой игре Пациньо остался сегодня в запасе. Не удовлетворен был игрой этого футболиста-тренера. Просто столько моментов засрать. Это надо постараться. Дестро прорвался! Удар! Милан очень мощно начинает. Ну, Дестро не Пациньо, как говорится. Бакетти все продолжает бить куда-то на трибуны. Процент брака повышается. Ван Гинкель поборолся. Какой момент? И вот сейчас Учуари. Ну, слишком он далеко оказался. Все-таки футболист. Нормально. Милана. Месси. Удар. Вот прямо в руки. Объятие. Что произошло? Пенальти. Да что? То есть игроки Лохи второй матч подряд получают пенальти. Что-то жестикулирует, как будто не на их языке, говорит арбитр. Ну, по-моему, Лоха кабинетная команда, абсолютно. Вопрос, за что пенальти? Я, честно говоря, сам не понял, потому что, может быть, игра рукой была? Честно говоря, не понимаю. Ну, назначили, назначили. Ох ты, второй раз пенальти не забивает. Лоха, это просто команда, я не знаю. Ну, лохов. Ну, команда лохов, оправдывайте свое название. Первый раз не забил Ренат, сейчас бил Вася. Бил, попал точно в штангу, это надо умудриться. Надо ж умудриться. Хорошо, но... Плотненько приложил. Плотненько, да. Да, друзья, ну, Лоха второй матч подряд. В прошлый раз вообще в первой же атаке, представляете, пенальти заработала эта команда. Но потом... Это класс традиции, как говорится, профессионализм. Традиционно высокий класс, да. Дестро. Ой-ой-ой-ой, ну тут не угнаться за Дестро, это защитник. Ну Кальва, это все-таки человек-майонез. А, нет, Дестро лоханулся сейчас. Ну, может быть, там есть игрок Милана на добивании. Нет никого, к сожалению. Шура! А вот Шура потерял! Шура потерял! А то было начал шуровать! Ну, надо бороться, Эль Шарави, конечно! За этот мяч нужно было бороться. Ну вот, футболисты Милана в какую-то атаку пытались пойти, но все запорол Де Йонг. Ну, конечно, пасовать это не по ногам рубить, у Чуари. Ой-ой-ой, как плохо! Учуари! Объятие! Шура! Нет, друзья, это Лоха. Везет Лоха. Совершенно, просто, ну никак. Ну, сейчас надо было забивать не первому, так второму. Ну, я думаю, что надо было забивать еще пенальти. Безусловно. Но Лоха пока переигрывает Милан по моменту. Еще бы, ну, у футболиста Милана есть оправдание, Лоха играет в полном составе. Трактор Сосито там удаление было, Милан так постарался и проиграл всего лишь 2-1. А вот с Лохой такое уже не пройдет, потому что Лоха, команда... Ух, какой удар поле! Ну и тут похоже, что это подействовало. Но кипер с большим трудом. Давайте посмотрим. Удар! Ну, с трудом
Вот здесь вот, если бы мяч отскочил чуть-чуть удачнее, это было бы гол. И сейчас что, угловой? Нет, нет, от ворот. Все-таки, ну, довольно странно. Штрафной вынос от ворот, точнее. Штрафный я назвал вынос от ворот. Ну, это вполне. Если учесть, что здешние вратари способны от своих ворот забивать. Какой пас хитрый. На кого? На кого он был? Очень. Возможно, хитрый. Он отдавал на своего будущего партнера. Возможно, Милан прикупит себе... Там игрока, да, по ходу матча. Эль Шарави потерял, но я нет. Я думаю, что, кстати, Вася заслужил трансфера в топ-клуб. Ну, он не забил пенальти. Да, но он играет очень ответственно и играет как просто мотор команды. Ну, сердце. Сердце лохи, скажем. Да, сердце лохи, мотор команды. Вася. Василий. Это озвучивает. Почему мы его Васей называем? Это Василий. Он уже заслужил то, чтобы мы его по полному имени называли. Возможно, даже скоро по имени отчеству будем называть Василий. Не знаю, к сожалению, Шаравишка. Его отца. Эль Шарави по попе попал кому-то. В гор попал просто парню. Ну и вот еще раз посмотрим этот момент. Обострил. Прошел, пробил, прошил, но не попал. И Де Йонг на подаче. Все игроки куда-то вдаль забились, в дальний угол. Я не знаю, с чем это связано. Но Де Йонг так или иначе выполняет подачу, удар головой и гол! Где вратарь-то был? Фантастика! Фантастика! Милан открывает счет, и это Ван Гинкель. Хотя в лицо его сложно узнать. Я боюсь, что любого Бориса сложно узнать, спеси. Ну, смотрите, да, ушел вратарь. Вратарь пошел, видимо, на перехват мяча, но... Что? Он еще к центровому полю пошел на перехват. Лоха, команда, которая довольно много пропускает. Они от сборной России умудрились 3 раза пропустить, от Киржакова с Кокориным. Но я бы не стал все равно говорить о том, что Милан фаворит этой игры. И, типа, это победа Милана однозначно. Индивидуально, индивидуально. Футболисты Милана сильнее. А Лоха слишком много моментов не реализует. Вот в чем их проблема. То есть Милан даже какие-то вот полумоменты... Лоха-то моменты создает, просто не реализует, не хватает реализации. Ну и та же проблема была у Стронгеста в первом туре. В матче с Интером были моменты у Стронгеста, но Стронгест их не забил просто. Просто-напросто, вот и все. С мячом Дестро. Дестро очень активен, и сейчас карточка должна быть. Карточка должна быть безусловно. Желтая. Желтая. Повезло, это Кальва, человек-майонез. Невкусный был. Обещали оливковый, а тут какой-то с лимоном дали. Еще повел мяч прямо в упавшего игрока. Человек поиздеваться еще решил. Ему мало было только того, что он вот так вот вступил с футболистом Эчуари. Перехватывает, разгадывает маневр Ван Гинкел. Но Ван Гинкел, да что происходит, черт возьми? Куда эти пасы? Тренировка не пройдет игрока Милана, не тренировать. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что, Шура, ну у Шуры шанс? Очень плохой удар, то есть... У Шуры все плохое, я смотрю. Нет, это Ван Гинкель на сей раз Бакетти научил. Давайте посмотрим, Арилана выбрасывает мяч, Вася играет в касание. Что это? Ну это касание было. Что? Что это? То есть Лоха уже... Даже создавать моменты не думает. Зачем? Все равно не попадет. Шура. Арильяно. И вот сейчас может быть момент. Где Бакетти? Где Бакетти ходит? И как проходит это? Что? Что? Что делает? Штрафной пенальти. Еще один? А не жирно? Нет. Там человек упал. Больно ему было. Мне дали за пас верхом 300 очков. Я не совсем понял, за что. То есть я сделал обычный пас. Может быть, случайно какую-то кнопку еще зажал, и у меня получился супер пас. Кетти. Сегодня прям рвет и мечет. Сальвадор и пакетик. Палета. Эль Шарави получил мяч. Ван Гинкель. Автор мяча, между прочим. Ой, как жестко! Карточка, безусловно. Возможно, даже красная. Нет, красная, ребят, желтая. Желтая карточка. Но игроки лохи грубят. О! Закричал Шура. Куинонес это, не Шура. Не важно. Черный, значит, Шура. Черный и без зубов, значит, Шура. Значит, Шура. Итак, Ван Гинкель исполняет стандарт. С одного он уже сегодня забил. Шучуриц. Учуари играет вперед. Здорово, здорово. Удалось разобраться.
Паласиус. Паласиус. Это, к сожалению, не тот Паласиус, который делает хитрик в матче. Хитрик делает Паласиус. Ну вот Паласиус! Удар объятище. Паласиус. Был близок к своему хитрику первому. Ван Гинкель. Получил мяч. Ну, первая ничья была в первой игре второго тура, как вы знаете, да? И этот матч... Ой-ой-ой, да Йонга срубили. Это называется... Ничего не было, и на старуху бывает проруха. Ох ты, Учуари! О, объятище, что творит? Объятище разыгрался, вдохновился примером Буффонища. Я думаю, Игорян Сухарян не смешал в прошлом туре. Ну, Игорян Сухарян, я думаю, все вратарское сообщество просто... Ну, там скорее не Игорян, а Вася. Вася Березуцкий. Вася тут играет. Ну, здесь играет Василий, мы уже определились. А вот Вася тот, который... Учуари, удар! Да вы что? Да что ж такое-то? Еще мяч в игре. Пенальти! Нет, тут офсайд. Офсайд. Какой офсайд, к черту? Он за пределами поля был. Здесь был пенальти. Что за чушь? Знакомься, это Лоха. Как команду назовешь, так она и будет. Назвали, кто-то додумался, да давайте Лохой назовем. А давайте. И назвали. И вот Дестро забивает второй. Дестро! Ну нет, Дестро долго обрабатывал. Вратаря убил, конечно. Но не забил. Айови. Паническая свечка какая-то была. Да, но это вращение на то, что мяч в космос долетит, пока опустится. Может быть, достоим первый тайм. Ну и достояли. Хотя по ударам Лоха-то было активнее. И в Лохе было две штанги и пенальти. Но Лоха их не использовал, а Милан забил, непонятно, мяч с углового. А, еще был выход один на один, где был два удара не реализовали. Ну, справедливости ради, скажем, что у Милан тоже были выходы один на один. Один всего, выход один на один? Ну, не один. Дестро дважды выходил, только один раз он запнулся и... Без мяча бежал. Непонятную подачу. Ух ты, еще один выход, один на один, это Паласиус! Во! Первый мяч в Лохе. Паласиус! Все-таки достаточно быть Паласиусом, чтобы забивать голы. Защита Милана потрясает. То есть легкий старт у команды. Тарактор Соси. Лоха. Но Милан пропустил уже три мяча в этих матчах. Это еще не конец. Какая защита? Ну какая великолепная защита у Милана. Просто дырень на дырене. Ну удар девятку. Объятище даже не смог уже помочь. Алекс ошибся и... Да. Кошмар. Ну что ж, посмотрим. Милан все-таки выиграет этот матч, не в чью сыграет или проиграет. Тут ты просто все возможные варианты перебрал. Ну, я думаю, что один из них точно окажется правильным. Возможно. А возможно нет. Возможно случится техническое поражение. Ну, а что, всякое может быть. Отключат, например, свет у меня в Уфе, да? Или у тебя в Москве. И все. И техническое поражение обеим командам по 0-3 за плохое поведение болельщиков. Да? Fire. Это будет считаться как то, что фанаты не ведут себя непристойно, отключают, выключают свет во время матча, и тут Эль-Шарави. Еще точно трое. Зачем бить-то? Три человека в одного. Эль-Шарави эгоист. Эль-Шарави эгоист. Три в одного. Просто пас. Вот пас назад, пас вправо, куда угодно. Ну, Эль-Шарави решил, что голкипер Лохи. Это не нет, это было очень-очень опрометчиво. Паласиус. Ворот у тебя тоже Паласиус, кстати. У меня команда Паласов. Да, но это не те Паласиусы. Видимо, бы... они насмотрелись матча с Интером и говорят, а давайте назовемся Паласиусами и... И будем забивать. Делать хитрики, может быть, нам хоть так повезет. Ну, кстати, пока работает. Паласиус. Пока работает, и Паласиус свой гол забил. Осталось, чтобы второй Паласиус еще гол забил. Да. Вот. Вратарь. Возможно, он забьет за вратаря. Учуари. И мяч отскакивает к Паласиусу. Паласиус проспал этот момент, к сожалению. От Васи ушел мяч. От Василия. Будем его по полному имени называть. Вася сегодня, кстати, мяч заметен. Особенно, ну, наверное, расстроился тем пенальти незабитым, скорее всего. Безусловно, это серьезно бьет по игроку. И вот сейчас по игроку бьет еще и его соперник. Сусо. Сусо побежал вперед. Сусо, ну куда же по сусекам? Куда ты начал скрести? Учуари потерял. Пас идет. Куда идет Вася? Падает. Вася царапается. Царапается. Бьется, бьется, бьется. Нет, царапается, к сожалению. Пока что царапается. Шура не добежал. Шура еще все впереди. Зубы вставят, будет хорошо. Итак, с мячом Ван Гинкель. Ван Гинкель пас.
Это Эль-Шарави. Эль-Шарави видит партнеров. Видит, но пасует. Ну куда? Вот ты говоришь пас. В том моменте Эль-Шарави не стал пасовать, почему? Потому что он не умеет. А так, может быть, хоть забил бы, да? То есть, может быть, ошибку допустил бы вратарь Лохи. Нет, ошибку вратарь Лохи не допустит. Но Паласиус, мы не забываем об этом. Паласиус в этом чемпионате ошибок не допускает, в принципе. Ну, удары Киржакова не берущиеся. Упал Эль-Шарави, ну, грубо заиграла Лоха, жестко, я бы сказал. И это им помогает, Они начали атаковать, они забили гол. Да, но Милан — это команда из города, столицы моды, то есть здесь им главное элегантно играть. Пока не получается вообще никак. Лоха. Что ты вообще, как-то хрень получается, пока я тебе так скажу? Да, потеря до потери, точно передачу процентов 20. Была? У Чуари проходит защитниками, ну я не понимаю, что защиты у Милан. Паласиус до ничего не добрался. Такой маленький Паласиус, он просто невыгодно играть на втором этаже. Сусо, как называет его сейчас комментатор. Ну Сусо проигрывает какому-то Гуронису борьбу, то есть Сусо человек с рейтингом там под 80, а почему? Нет, ну у него маленький рейтинг, у него там 70 с копейками буквально. Ну все равно, я сомневаюсь, что у игрока Лохи там 60 хотя бы. Паласиус удар! Объять. Хорошая атака. Объять. А я думаю, надо заменки сделать. Ну сделаем, но в паузе. Ну что такое? Почему? Вот что меня пугает? Так, желтая карточка. Кому? Арелиан. За что? Нам вот он сейчас покажет. За что? Итак, за то, что он бежал? Нет, за то, что он подкатился в пустое место, а игрок Милана рядом. Да. Ладно. Так, ну у нас затянулась пауза. Время делать замены. Тренеры сейчас обеих команд перебирают варианты, тасуют карты. Смотрят, кто у них в колоде еще остался. Кого можно задействовать в этом матче. Ну, выпустим давайте главного неудачника прошлого матча Лохи. И кого же? Ну, вспоминаем, кто был главным неудачником этого матча. Напомните, пожалуйста, кто? Рената. Рената. Не забивший пенальти. Так, я думаю, что Суса сейчас тоже отправится на скамейку, потому что играет он сегодня отвратительно. И, к счастью, есть кому выйти вместо него. Ну и возможно, что появится еще один футболист, которого все хотят видеть и который, может быть, изменит расклад сил. Так что, я уже сделал замену. Еще один футболист не появится. Итак, у нас у Лохи всего одна замена, к сожалению. Не стал тренер тратить все три замены. Нет в этом необходимости. Игроки ничего не отличаются друг от друга. Да, вот с этого и стоило начать. Не надо говорить о том, что там не было необходимости. Просто не на кого менять. Вот и все. А то необходимости, понимаешь, или нет. А это и одно и то же. Необходимости нет менять человека, который абсолютно такой же. Ну, хотя бы сделать вид, дать передышку. Возможно... В Пясе нет передышек. И это гол. Ну, гениально. Выход на замену. Первое касание мяча. Черчи, друзья. Неужели это первая победа Милана на турнире? Ну, рано еще пока говорить. Мы помним, что сборная России забила мяч. Ну, кто знает. Когда? Акинфеев. А потом попа Акинфеева. Когда? Так что времени еще вагон. Здесь все может случиться. И Черчи, ну, Черчи отмечаем, грамотно сыграл. Очень красиво. И здесь пас гениальный, и обработка, удар. Ну, это удар на точность. Здесь вратарь был отыгран. Во-первых, открылся хорошо. Это самое главное. Вышел на пустые ворота и просто катнул в дальний угол. Милан играет три нападающих. И в этом его сила. Может быть, я больше скажу, Лоха играет тоже в три нападающих. Ну, Лоха играет три лоховских нападающих. И в этом все-таки... должна быть какая-то разница. Уровень исполнителей у Лохи и уровень исполнителей у Мила. Он довольно-таки раз. Рената — человек, который пенальти забить не может. Арелиана тоже непонятно. Кто? Шура, ну извините, Шура. Вася тоже пенальти забить не может. Ну, я не знаю. Ну, Вася не нападающий, Вася не форт. Вася бил пенальти от отчаяния. Потому что в прошлый раз он пенальти, скажем так, заработал, но его не реализовали. Видимо, обидно было. И он говорит: ну что, ну Карил, ругал! Представляете? Ругал
Рената заняли зеленый пенальти. Но в итоге сам вышел и обосрал. Теперь Рената вышел. Ну, пока не ругал никого. Ну, Ренат пока еще никого не ругал. Может быть, Василий примет к сведению, то, что не стоит. Ну, не забил, не забил. Со всеми бывает. И что такое еще? Не унимается судья и просто раздает карточки. Карточки, причем именно только негров. Забег. Это расист. Нет, и причем негр сыграл в мяч. Я не понимаю, за что здесь карточка. Расист, судья, доктор Веб. Доктор Веб, да, доктор Веб славен своими российскими наклонностями. Если бы негр или Файзулин, бегите. Какой грамотный выброс, а, из-за боковой линии. Ну... Да, вот продолжение, то лохи нету, лохи, какие-то лохи. Пас зато какой, посмотрите сюда, Дестро борется за этот мяч. Но Дестро уже силенки не те, уже оставили силы лидера атаки. Милана, Дестро, пас хороший, Эль Шарави, ну мимо мяча, отмахнул, Дестро, удар! Отмахнул, вот он тебе и отмахнул. Отмахнул. Что ж, совсем мало времени осталось, лохи. Осталось вратаря Паласиуса бросать в бой. Г. Паласиус, наверное, Гоша. Гоша. А может, Геннадий? А в чем разница? Может быть, Григорий, Гриша. Может и какой-нибудь Гипополамус. Гипполамбус. Паласиус. Мало того, что Паласиус. Ну что же, оператор мне все испортил. А такой дриблинг был. Такую перспективную атаку. Я перестал видеть вообще что-либо. Объяч. Нет, видать, у лохи уже ничего не получится. Ну, Рената хоть и вышел на замену, но даже мяча, по-моему, еще не коснулся за всю игру. Но в этом заслуга защиты Милана. Нет, в этом заслуга игроков. Учуари. Вот Ренат с мячом. Ну, как корова с кирпичом. В этом заслуга игроков Милана. Вот, тем не менее, есть шанс. Сейчас Вася пасует Арелиано. Очень плохо. И все. Все в центре поля просто сминается игроками Милана. И не только, и туда дальше идет еще. Обостряется. Вася. Traditional класс. Учуари. И... Весь мир в руках. Какой удар! Надеюсь, игрок Милана с силой. А представляете, по своим воротам пробил. И вот сейчас момент, на стандарте все может быть. Вася подает. Вася Кирова подает, но Вася говорят, перепадай, Василий. Василий, переподавай те, наверное. Да. Уважение просто к игроку, поэтому говорят вам, перепадайте еще раз, пожалуйста. Василий. На этот раз подает лучше. Удар! Ренат, кажется, бил. Вася и Ренат, связка ненавидящих друг друга игроков. Тяжело было там объятие, что-либо сделать. Ну, время еще есть. Еще нет, на одну атаку время еще нет. Нет времени. Я не верю в лохов, я не верю в их игру. Я не верю ни во что. Я не верю в чудеса. Но летит машина в небеса. Вася, ну есть время, вот она атака. Учуари, пас проходит. А вот дальше-то ничего не проходит. Дальше Дестро. Ну Дестро, отнимите. Устрой, дестрой, и все. Черчи как инвалид пошел, посмотрите, что говорит Черчи, он празднует победу. Первую победу Милана. Черчи, что с тобой? Ах, убежал. Видимо, так он дошел до дома в этот день. Милан победил. Милан грамотно реализовал свои моменты. Я думаю, что победа это вполне заслуженно. Если учесть, что Лоха не реализовала просто кучу моментов. Справедливо лучший игрок. Ты согласен? Паласио получил 7-0, но лучший игрок объятия. Ну да, потому что победил-то Милан. А Паласиус, ну что, он забил гол. А сейчас мы, кстати, обратимся к статистике забитых мячей, чтобы вы видели, кто забил, что мы вас не обманываем. Ван Гинкин с передачи Де Йонга, Паласиус с передачи Учуари и Черчи с передачи Дестро. Решающий мяч был забит таким образом. Ну и еще раз обращаемся к статистике, смотрим, что Лоха-то била чаще 7 ударов в сторону. Поэтому лучше было объятие. Точность передач 70-60. Лоха пасовала лучше. Но что-то Лохе помешал. Ну что ж, связь с игроком Фейри потеряна. Отмена матча, друзья. Вот так вот. Матч отменен 0-3 хозяевам. Да, но это на самом деле шутка. Победа засчитана. Все в порядке. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь, ждите новых матчей. Кубка Бубнова. Спасибо за просмотр. Удачи и до свидания.